Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я буду готовить замечательный, прекрасный, нежный десерт под названием сабайон. Сабайон очень любят девушки. Если вы хотите поразить девушку чем-то особенным, приготовьте ей сабайон. Для сабайона я использую желтки, инвертный сироп, сладкое вино десертное и херес. Сабайон – это прекрасная возможность использовать желтки. Самое простое, что приходит всем на ум, когда остаются желтки, это просто использовать их в тесто. Но когда вы попробуете мой соус сабайон, вы скажете, это замечательно, и мы будем готовить его всегда. Я выливаю желтки в кастрюльку вместе с инвертным сиропом и ставлю кастрюльку на водяную баню. Желтки с сиропом нужно все время перемешивать, чтобы они не свернулись. У настоящих шефов бытует мнение, что самый лучший сабайон приготавливается только при ручном взбивании. Мы же будем использовать обычный маленький миксер, потому что взбивать придется долго. Яичные желтки прекрасно загустели. И теперь я вливаю сюда вино. Смесь желтков и вина я буду подогревать до температуры не выше 84 градуса. И немного прогрею на этой температуре. Соус прекрасно загустел. И в самом конце я вливаю сюда херес. И опять немного прогреваем. Взбивать нужно все время, чтобы наши желтки не сварились. Соус сабайон уже готов. Это прекрасный десерт. Аромат у него очень нежный, с нотками сладкого вина и хереса. Какая легкость. Соус я подогревал до температуры 70 градусов. Он прекрасно загустел. Готовится он несколько минут. Ребята, готовьте по моим рецептам. Пишите в комментариях, что у вас получилось. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Нажимайте на кнопочку подписаться на канал. И помните, кухня – это самое спокойное место.